С этого дня автоинспекция начала проверку водителей маршруток. Об операции автобус ГИБДД Хакасии объявила еще в прошлую пятницу. Это произошло в тот же день, когда в Абакане на перекрестке столкнулась иномарка и пассажирская «Газель». В результате этой аварии пострадали люди. По статистике, ДТП с участием маршруток происходят в республике каждый день. Полицейские говорят, обстановка сложная и проверки необходимы, однако все абаканцы помнят, к чему привело прошлое похожее мероприятие силовиков. В городе стало мало автобусов, они просто не вышли на линию, и люди опаздывали на работу.